Мы вышли опять на прогулочку. Так, танцуют. А тут танцуют старички. Это старички? Да. Вайфы. А? Вайфы. Да, и молодые танцуют, и старички. Смотри, как красиво они танцуют. Да? Некоторые занимаются спортом. Вот молодцы какие. Вон колесо обозрения от Винтерла. Вот, видишь, как близко у меня показано. Машины там ездят, люди занимаются спортом. Видите, какие молодцы все. Вот он. Вот тут красиво. Все? Вот гуляем опять. Посмотрите, вот какие высокие отели. Весна, Массово. Какой-то Queen Anne. Queen Anne. Вот здесь будет. Булочку банни будет делать. Она стоит 20. Что он там делает? Разрезает. Типа хот-дога. Что-то туда ложит. Всякое. Давно хотела попробовать вот это банни. А? Начиночки всякие, вот. Попробуем, что это за булочка банни. Манго купили. Килограмм стоит 15. Так, банми взяли. Банми стоит 20. Сейчас идем на третью линию. Вот карту дал Филипп с Миртура. Сейчас по карте направляемся. На второй, на третьей линии мы не были. Гуляем. Знаем, Валера? Вот отель Dendro Gold. Дальше Ригел отель. А здесь что-то столько народу. Посмотри. Что-то отмечают там. Валера. Вон, смотри, сколько местных сидят, Валера. Это буфет? Буфет. А how much буфет? 200. А, 250. Thank you. 250 стоит буфет. А вот это 240. Мы сейчас идем по третьей линии. Босс. Изучаем районы Нячанга. Нячанга. Так, ну вот третья линия. Сейчас мы сворачиваем на вторую. А может дальше по набережной до домой пойдем. У меня муж не может долго ходить. Он сразу устает там. Кстати, вот здесь магазинчик. На, подержи, я зайду в магазин. Сюда. Она здесь закрыта. А, открыта. Такие кофточки. О, 599. Дороговато здесь. Hello. Просто хотела посмотреть. 679. Не, здесь дороговато. Ну вот здесь отель Посейдон. Такой высокий. Там какой-то бутик. Вот тоже оживленный райончик. Кафешки, кафешки на каждом шагу. Валера, а это что за линия? Ты не знаешь? А? А, там какой-то закоулок идет. Какие-то здесь штаны купальные. Адидас. 280. 280. Сумочки.
Бабе, я мяу. Сколько брали? А? Сколько брали? Кого? Мы. Найк, Валера. Найк, смотри. 850. 850. Найк. Это вьетнамский Найк. Фирменный. Вот такой. 850. Да, вот эти еще. Кого? Посмотри, красиво. Ну такая кофточка. 980. А, она вместе со штанами идет, смотри. 980. Классная, да? 980 идет. Зато это фирменное, Валера. В смысле, оно вьетнамское, не китайское, по-моему. Да? Ну-ка. Адидас. А, еще китайский, что ли, это, блин? А ты что думал? Что там написано? Какие-то китайские. А где зеркало? А зеркало? Или это не зеркало? Зеркало. Оно не маленькое. Ой, совсем маленький. А так ничего же, да, цвет? Ну так цвет нормальный. Только больше размера. Просто спросила так. Грамм. Китай это? Чита? Вьетнам? Не китайцы, да. А это гранд. Что там? Большой. Биг есть? Биг. И маленький. Смол. Побольше есть надо? Побольше? Да. Покажи. Побольше. Вот такой цвет. Вот такой колор. Можешь выключить? Здесь сумки, посмотрите, кожаные. Стоит 1 100 000. 110, 11, 22 000 тенге. Всякие разные. Вот такие. Вот такие. Может, это как его? Оля возьмет. Не хочу я ничего предлагать себе. Возьмешь потом что? Что я буду, если не понравится? Сама буду носить что ли? Все равно на вкус и цвет товарища нет. Вот, смотри. Выберешь, а потом. Вот это похоже на плохо. Это рюкзак. Да. Ой, такие огромные. Куда такие? Рюкзак. Я бы хотела какой-нибудь... А может, лучше кофточку взять какую-нибудь? Или платье? Платье оригинальное. Что, какое-нибудь такое легкое взять? Вьетнамский фасон, да? Это разве вьетнамский? Это вьетнамский, да? Фасон вьетнамский. Короче, я купила платье. Уже надела, смотрите. Мужчина, вы русский, да? Да. Вот отель Винпёрл. Кондотел. Кондотел отель. Мы же здесь забирали. Нет, мы не здесь забирали. А здесь Стар Сити какой-то. Короче, отели. Ну вот мы вышли опять на набережную, на первой линии. Вот, Винпёрл. Кондотел. Наверное, 5 звезд идет, скорее всего, отель. Посмотрите, какая красота.
А? Очень. Мы даже не успели, а вообще все. Ну, все говорят. Ой, я не хочу вот так опять. Как мы на этом... Мы идем на море. Опять какой-то ветерочек. Там сидит наш отельный гид. Сейчас хотели вообще пожаловаться. Сказать, а вы случайно нас не забудете, когда будем веселяться? И не дай бог забудут еще. Вот это будет молния. Но это не должно быть, потому что нас же все равно много чего. Это на сколько попадет, если нас всех забудут. А девушка с Госией, да? Соседки? А? Савия? Савия. Там, да, зоопарк. Деревья, бегемот. А потом там рыбы. Там такие рыбы красавцы. Ну а что, вы не хотите на винтёрочку? Вот утро хотели, вот. А сейчас перехотели. Собрали еще, а раньше говорит, что я устал. На море были всего три раза, поэтому... А там тоже пляж, там вообще шикарно. Шикарный пляж, там чисто. И ничего, кроме этого, там 7 бассейнов. Вы можете билеты прям в отеле взять. Билеты в отеле можно взять на ресепшене. По 800, так? Нет, они 600 продают. По 600, там 800, здесь 600. Почему? Ну, не знаю, они по 600 дают. И еще они такси вызывают. Еще вот такси недорого, такси 50 получается. 50, в одну сторону, 50 в другую. 56. Это как у них такси договорились? Да нет, вот на улице стоят вот эти голубые такси. А так они могут вам вызвать, а обратно вы сядете сами на такси. А там, короче, 100... Короче, в сантиметрах они меряют вас в этих сантиметрах. Чего? Ну, рост. Если, короче, рост от 120 и выше, типа 800 донгов. Она, возможно, там так делает. Вот. Не, ну у нас что? 600 вот здесь. У нас 120, что ли, не рост? Что с нас 600 нет, взяли? Нет, мы же, вот, допустим, понимаем же, что ребенок может быть высоким. Но он ребенок до 12 лет, якобы. Вот. А они вот смотрят вот так вот, меряют картину в рост. Да нет, нет, нет. Да, да, здесь все, здесь ресепшн. Мы подошли, сказали, можно записаться на винтёрку? Они говорят, можно. Мы спросили, сколько стоит. Она нам показала цену. 600 тенге. Ой, не тенге, а винтёрку. Не, знаете, красиво там. Потому что я знаю, везде 800. А у них вот, ну, наверное, потому что... Рядом. Катюша Тур, Владислав, он говорил, у меня 880. У всех 800. Вот это Мир Тур тоже 800. Вот. А у них в отеле они за 600 дают. Хотите, сами можете поехать. До такси, до порта, а там билет купить. Ну, то, а там давайте, получается, давайте дороже. Да, на завтра поедем. Ай, горячий песок. Они, он сейчас прибежит. Валер. Давай, Таня. А что ты так далеко? Вот туда. Вот сюда поставим. Скажите, мужчина был куда? Какая радость. Это что-то 2 доллара экономия. Это надо отметить.
Бесплатно они не будут тебя двигать. Дань, давай вот это перекинем. Не нам это. Ты что, он такой тяжелый? А что, Санька, твой день? Лобстер идет, лобстер. Лобстер. Сколько? Один перечел. Перечел. Маленький. Small. Okay, you want one? А? 700 по one. Маленький. Один пусть даст подешевле. О, что ты мне от них? 300 вот это. Не, лучше вот этот даст бы за 300 большого. За 300. One. 300. No, 300, давай one. Ты вот это, они 300 возьми вот это. Валера, он не тухлый? Не протухлый. Он какой-то подозрительный, Валера. 700. Вот маленький, во. Большой. Большой. Одного возьмем, нам вот так хватит. 1 300. Давай. Не, вон, средний, вот этот. Окей. Вот это зачем нам? Краб. Триста. Давай 3. Можете записать видео. Лапки. Сейчас будет жарить. Тоже больших предлагала жить. А вы поели? Это первый день, когда мы приехали. Плечи закрой, Гуля, прям скажи. Лучше плечи закрой, да. Какие крабы интересные. Вот такой лобстер. А щупальца не кушайте. А вот есть щупальца. Щупальца сосать надо. За 300. Перчатка. Давай. Давай посмотрим. Что за херня? Не знаю, я что-то не понимаю. А перчатки тебе маленькие, что ли? А что они тебе? Что-то он воняет. Вкусно? А вот сюда мусор, Валера. Ничего, что на вкус? Как? Вот сюда можешь складывать пока. Как на вкус? А? Валера. А? Ты лучше тело открой ему. А в клешнях есть что-нибудь пожрать? Сами не знаем, как кушать. Спасибо, продать. Ну что, вкусно, Валер? Какой вкус? Валера пробует первый раз в жизни. Загадай желание. Загадал желание? А? А? Мне не надо кошелек. Нет, спасибо. Все, ладно, будем приступать к трапезе. Ну, пошли, да ладно. Сегодня волны меньше, конечно. Сейчас мы
Поели лобстера. Валера, скажи, как тебе лобстер? А? Ну, не очень. Не очень? Валера первый раз попробовал. Ну, мне не очень понравилось. Ему что-то не понравилось. Ну, может, приготовили не так. Ну, что там? Ну, да. Ну, короче, этого дела нет. Что-то привкус какой-то. Мне кажется, даже вот эти кальмары то вкуснее. Креветки. Креветки. Да. В общем, вот так. Валера попробовал лобстер, да, загадал желание. Да. Ела. Вот это вкусное. А, с чесночным качеством. Под чесночком, да. Под чесночком, да, вкусно. Мы идем ужинать. Видите, у нас как стало тихо. Праздники закончились, у них национальные. Вьетнамцы уехали, все, китайцы уехали. Остались корейцы. Приехали вот корейцы. Отдыхает здесь у нас очень много корейцев. И сначала мы зайдем в супермаркет, что-нибудь возьмем. Там какой-нибудь напиток, на перекус что-нибудь. Потому что у нас завтра экскурсия в Далат. Мы гуляем в районе, где местные ходят. Где они тут кушают. Валя, смотри, здесь много народу сидят, видишь? На стульчиках. А? Говорят, на этих стульчиках хорошо посидеть, покушать. Многие говорят. Может, сядем туда? На эти стульчики. А? Меню пойдем. Пойдем. Меню есть? Меню? О, не включила камера. Зашли в какую-то кафешку. Здесь такие маленькие стульчики. Прикольные. Вот такое меню. Так, надо мне перевести, что это такое, что это означает. Так, готовы. Прям сразу кухня, интересно. Там на улице люди сидят на маленьких стульчиках. А мы внутри сидели. Сейчас попробуем кухню местных, что из себя представляют. Валере принесли вот такую лапшу с пылу жару, с креветками, с грибами. Вот это грибы. Он привык только есть одно, а я люблю разное есть все. Пить что есть? Дринк. Вот такое. Сосиска, яйцо. Второй. Огурцы. Хлеб не надо? Почему не надо? Это все входит. У них очень вкусный хлеб. Прям горяченький, хрустящий. Такое еще блюдо положили. Вот это что такое, я не понял. А это соус. А это сосиска, да? Вкусно. Очень вкусно. Вот это кафешка. Правда, она без названия, но... Вот. Да, очень нам понравилось. Вот мы поужинали. Представляете, взяли и первое, и второе, и салат, и хлеб на 75 донгов. А напротив находится Мама Банк. Вот. Эта улица идет от нашего отеля, вот как в сторону идти рынка Бинтай. Вот, в этой стороне. Валер, теперь нам в какую сторону? Я что-то запуталась. Туда надо? Угу. Короче, будем сюда ходить напротив Мама Банка. Вот этих маленьких стульчиках, вот где обеды, ой, где ужины, ну, где обеды. Обедать-то, правда, жарко здесь днем. Вот, надо ходить такие маленькие, небольшие кафешечки. Так что не бойтесь.
волнуйтесь, вы не отравитесь. Очень вкусно все. И сэкономите свой бюджет. Ты видел мне вот такой чай? Да, мы прям хорошо-хорошо наелись. Не то, что вот это, который брали, сет, комбо, тоже нормально, 100 этих донгов. Но это еще лучше. Нам это еще больше понравилось, да. Здесь вообще хлеб такой, очень такой замечательный, банми. Понравился, прям такой хрустящий. Так что завтра вечером опять придем сюда. В Винмарте сделали небольшой закуп. Я взяла вот такой кофе опять. J7 называется. Самый хороший кофе. Очень ценится. Вот смотрите, он здесь 2 в 1. Это без сахара. 15 пакетиков здесь. По 16 грамм. Взяла вот такие типа чипсиков. Потата, чиз, сырные. Попробуем, что это за чипсики. Напиток. Чай. Лапша быстрого приготовления. Вот, со стеклянной лапшой. Она у них просто замечательная. И вот такие 2 кексика. Или как у них, банми называется, что ли. Кто-то 2 штучки вот такие взяла. Такой небольшой закуп.